Всем привет, с вами Жека и Смешинка. И сегодня у нас Лево Сити Арктика. Арктический вертолет под артиклом 634. В набор входит арктический вертолет и собачья упряжка. Также набор включает в себя две мини-фигурки и собачек, четырех собачек хаски. Сзади, как обычно, небольшой сюжет. И нарисовано, что набор упакован в трех пакетиках. У нас набор уже не в пакетиках. В наборе есть две инструкции. Одна инструкция на собачью упряжку и мини-фигурки и на контейнер. Вторая инструкция побольше на арктический вертолет. И теперь мы соберем. Ну вот, сборка завершена. Теперь рассмотрим набор поподробнее. И начнем, конечно же, с собачек с хаски, из-за которых и был куплен этот набор. И начата серия Арктика. Собачки очень крутые. У них слегка различается окрас, особенно вот у этой собачки. У нее морда сразу отличается. А в целом разница в окрасе не очень большая. Только пятна немного различаются. Но собачки очень крутые. Теперь рассмотрим мини-фигурки и начнем с мини-фигурки пилот вертолета. Пилот одет в теплую зимнюю куртку с мехом, светло-коричневые штаны. Спереди у него видно лямки. Это лямки у нас парашюта. Сзади рюкзачок с парашютом и черный шлем. Он у нас очень крутой, в очках. Ну и, собственно, об этой мини-фигурке все. Теперь рассмотрим мини-фигурку исследователя Арктики. Арктический исследователь у нас одет тоже в теплую куртку, но уже оранжевого цвета с логотипом Арктики спереди. Также есть какой-то небольшой прибор, карманы. На штанах есть карабины. И сзади у нас тоже логотип Арктики. Она одета в теплую меховую шапку. И это у нас арктический исследователь, женщина. Такая симпатичная женщина. Ну, в общем-то, о мини-фигурках и все. Теперь рассмотрим собачью упряжку. Собачек хаски мы уже видели. Спереди здесь есть фонарь. Также фонарь есть на самих санях. На санях еще есть мощный зеркальный фотоаппарат с большим объективом и мощной вспышкой. Также есть ящик с инструментами. В ящике у нас есть металлоискатель, рация и кирка. Также есть снегоступы, чтобы арктический исследователь мог отправляться на поиски кристалла, не проваливаясь под снег. На санях у нас панель управления. Ставим арктического исследователя в упряжку, и она может ехать. Также вместо ящика можно поставить кристалл, глыбу льда с кристаллом. И арктический исследователь отвезет его на базу или к вертолету. Хотя ящик у нас останется тогда неизвестно где. Собачью упряжку мы рассмотрели.
Еще у нас есть контейнер для перевозки грузов каких-то. Контейнер небольшой, у него есть зацеп, чтобы вертолет смог подцепить его. Можно поставить глыбу льда, и вертолет ее захватит и увезет. Ну или же можно туда поставить ящик с инструментами, который тоже вертолет сможет с легкостью зацепить и увезти. С контейнером тоже все. Теперь рассмотрим наконец-то вертолет. Вертолет прикольный, он большой, очень яркий. Оснащен большими лопастями. Задний винт. Вместо шасси у него подвижные лыжины, которые облегчают ему посадку на снег, лед и другую неровную поверхность. Также у него есть лесенка, чтобы пилот мог подняться в кабину. Мощные турбины. И сейчас откроем кабину. В кабине у нас панель управления и рычаг. Также есть сиденье для пилота. И все. Сейчас посадим нашего пилота, потому что он уже заждался этого момента. Пилот за рулем. Закроем ему кабину. Она закрывается очень легко. Самое, наверное, прикольное в этом наборе – это лебедка. Берем винт, чтобы он не мешался. Здесь есть небольшой механизм, который опускает лебедку и поднимает. Лебедка оснащена крюком, который может зацепить груз. Зацепляем и закручиваем. Груз у нас поднимается. Также можно его закрепить, чтобы он не мешался. Вот. Груз у нас будет держаться. Вернем винт. Вот у нас получилось, что груз закреплен, и вертолет его перевозит на базу. Набор классный, особенно хаски, конечно. В следующем обзоре мы покажем передвижную арктическую станцию. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока. Снимаем кабину, и у нас отваливается какая-то деталь. И откроем кабину. Опять отвалилась эта. Сейчас мы посадим нашего пилота, потому что он уже заждался. Нет, он не сел. Здесь есть небольшой винт, который опускает и поднимает лебедку. Она отвалилась. Что такое? У нас есть небольшое. Опять он отвалился.